Где-то, где-то и она живет далеко и от меня. И где-то, и в ее, и в сторону я, и груз, и вез. Ну вот и ты, моя прекрасная, и что-то ты, и мне и нравишься. А я и говорю тебе все, и все у нас, и будет, и хорошо. Дорога дальняя, а я и все к тебе и еду, и вот и все. Дорога дальняя, и она меня приведет к тебе и вновь. Дорога дальняя, дорога не близкая, она к тебе меня и вновь приведет. И вот и я, и груз привез, и показал и я, и себе. Но тут и я не могу понять, и я, что ты любишь меня или нет. Но я не могу понять, и любишь ты меня или нет. Не ли, да, но вот и все, закончилась лась моя, и это дальняя поездка, да. Да вот и мы, и с тобой вдвоем, и все у нас с тобой, и хорошо, и у нас с тобой, и все, и хорошо, и мы вместе давно живем. Где-то и где-то она и была в моих и снах, и снах, и снах. Но где-то, где-то и я ее увидел, увидел и живем. Но где же ты? Была и раньше ты, но я и так не мог понять. Но вот ты в реальном времени появилась ты, и я увидел и тебя, и ты и мне стала нужна, 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 и все и будет у нас, и хорошо. Как-то однажды этим днем я ехал куда-то, не знаю, и думал ни о чем. И я не мог понять, в реале или я в виртуале. Ну я и ждал и от тебя смс. Но ты не написала смс. А я и думаю, и забиваю себе мозг. О чем-то не о том, а и не о другом. Но я и знаю, что и ты, и мне напишешь. Напишешь это смс и мне. Но время и прошло, и ничего. На моей мобиле нету ничего. Но вот и ты какая-то не та. Не моя ты, не моя, и не будешь моей никогда.